Здравствуйте, меня зовут Анна, вы на канале Вышивалочка. Хочу рассказать вам о начале моего нового процесса. Это будет первый отчет и сразу процесс об организации. Я начала такой набор Gold Collection от Dimensions Rocky Point Маяк. Вот что у меня должно получиться. Набор известный. Дизайн много кто вышивал на ютубе и в интернете, много-много разных отшивов, но тем не менее он не менее прекрасный и он мне очень-очень нравится. Так, вот это обложка набора. Я уже начала вышивать. Вот у меня натянута работа на раму. Рама от фирмы Дубко. Схема. Схема увеличена, копия. Канва здесь 18, я ее расчертила маркером. Практически полная зашивка, поэтому мне, я не переживаю по этому поводу. И вот что у меня уже навышивалось. Вот немножко кусочек неба, вот он вот такой. Вы можете видеть этот кусочек вот там наверху. И вот он вышивки. Сейчас покажу, как у меня все организовано. Вот у меня в такой рукодельной коробочке все это находится. Сейчас достану, покажу. Значит, ниточки организованы на органайзер. Так, по-моему, показываю вон кверх тормашка. Сейчас, вот. Одеты пазмут, я уже вышивала, поэтому здесь немножко не так уж аккуратно сейчас, но тем не менее. Значки все нарисовала. Там же органайзер пака. Иголочки я паркую сюда же. Мне удобно. Далее, вот в такой косметичке у меня лежат дополнительные пасмы ниточек. Далее, здесь же лежит ключ. Ключ. Значит, сколько у нас здесь получилось? У меня получилось 51 цвет. Но это с учетом блендов. Здесь одного нет цвета, здесь белый цвет не одет на органайзер. Значит, получилось 35 простых цветов и остальные бленды. Остальные бленды, вот сколько блендов. Вот так у меня это все организовано в ключе. Ключ мне приходится смотреть достаточно. Бэкстич здесь есть. Полукресты, кресты в разное сложение нитей. Так, оригинальная схема, она была размещена на трех таких кусочках. То есть вот такие вот куски схемы. Вот раз, с обратной стороны такой же. И еще вверх. Вверх. На инструкции. Но я не пользуюсь оригинальной схемой, потому что по ней я буду, скорее всего, бэкстич вышивать. И она для меня... Она, в принципе, не мелкая. Она не мелкая, она нормальная. Вполне... Раньше я вышивала, но сейчас мне уже хочется поберечь свои глаза и вышивать по более крупным схемам. Поэтому я ее увеличила. Сейчас я вам покажу, до какого размера. Ну вот, оригинальная и моя увеличенная. Вот так. Вот, но это еще не все. На этой работе я наконец-то скачала программу Крости для планшета и стала вышивать этот набор по программе. Девочки, это какой-то вообще просто восторг. У меня работа полетела. Мне кажется, я по схеме вот этот кусочек бы за два... Вот такой вот кусочек я вышила за два вечера. Здесь смешение цветов. Здесь разное сложение нити. Но по программе это просто одно удовольствие. Выделяешь цвет, все остальное у тебя становится менее видимым. Никаких ошибок, никаких проблем. Ты всегда видишь, что у тебя вышито, что у тебя не вышито. Вышиваю я по цветам. Иногда паркую, то есть иногда там соединяю цвета и вышивку парковкой в рамках одного квадрата. По-разному там
получается. Ну вот, например, вот этот голубой цвет, он идет сплошным таким большим фоном вдоль, ну, поперек всей работы. Конечно, я его просто выделяю и вышиваю по цветам. Очень удобно. Я прям очень рада, что я все-таки воспользовалась этой программой. И работа просто пошла на ура. Вот, все, чем я хотела с вами поделиться. Работу я начала. Отчеты буду снимать, буду показывать, что у меня будет получаться. Всем хорошего настроения. Получайте удовольствие от своего хобби. Всем пока!